беріп өтейік. Қазір Қайрат 16 ойында 41 ұпай бар. Бүгін егер 3 ұпайын алатын болса, қазір Жоу-Паулу қақпаға соққы және гол. Жоу-Паулу ақыр өз голын соғып үлгерді. Және мергендер көшінде алға шықты. Және бұл Ордабасының ерте бастан беріліп қоймайтын білдіріп отыр. 2-1 есеп. Да, Ордабасы все-таки против того, чтобы Кайрат оформлял все вопросы в матче против шымкентского клуба. Жоу-Паулу выскочил 1-1. Жоу-Паулу отличился. Снова он и налично лучший бомбардир Олимпиад чемпионата Казахстана по футболу. Вот как это все было организовано. И нас ожидают очень интересные, сколько там, минут 13, плюс то, что компенсирует Тивишов. Это 2-3 минуты, еще 15 минут игрового времени.